страшный ужастик про девочек. И под игра, кстати, под названием Scarlet Stars в переводе на нашинский могучий русский переводится как «покрытые шрамами звезды», поэтому... Пока мы не начали, поставь лайк, подпишись на канал и, конечно же, готовься к тому, что я буду визжать, потому что я очень боюсь ужастиков. Вообще, мне кажется, у меня слабое сердце. Поэтому, если вдруг что-то пойдет не так, скажите моей жене, что я ее люблю. И код от карточки 5368. А теперь нажимаем «Новая игра». To get maximum, говорит, чтобы получить максимум удовольствия, говорит, используй наушники. Ну, короче, говорит, сейчас, говорит, все начнется, говорит. Представляет, говорит, Tuoma Games. Игра, говорит, сделанная Tuoma Line. Scared Stars. 1985 год, Токио, Япония. Аска, я действительно не знаю, если это хорошая идея. Момока. Давай, ты всегда такой. Давай, ты всегда такая беспокойная. Ты никогда не делал ничего нечестивого раньше. Ты должен жить немного. Но забираться в заброшенный парк развлечений, разве это незаконно? Я понял, сейчас будем переводить на русский. Ну слушай, мы уже идем, что ты беспокоишься? Смотри, никто не узнает, что мы были там. Да, надо быстро переводить, конечно. Тамока, спасибо тебе, родная! Мы не будем делать никаких повреждений, вот. Типа, нам этого не нужно. Мы же никогда не нарушали никаких правил. Вот, нам нужно хотя бы один раз. Я не могу так начинать. Не возвращая аренду книгу вовремя, не. Чё за бред? Не, поверь мне, это будет здорово. Я всегда хотел ездить на звездочнике. Что это? Короче, я слышу, что это была удивительная американская горка. Сейчас мы идем в заброшенный парк аттракционов своей подругой. Я слышала слухи о том, что место было закрыто из-за какого-то инцидента с участием маленьких девочек. А, конечно, тупо было бы. Но вот тут-то ты не прав, это была только одна девушка. Во всяком случае, давай просто покатаемся на звездочнике. Ой, не люблю вот этот звук. Не знаю, почему как-то с детства, а? Затем домой, ладно, говорит, давай, говорит, короче, покатаемся на каком-то, на какой-то американской горке, потом домой, ага, ага. Я думаю, что езда только на американских горках, ну, типа, это, наверное, будет весело. Так что, это невозможно, это место было закрыто всей, ну, всю мою жизнь. Как это может быть так, чистый и нетронутый? Окей, хорошо, Аска. А Мамока говорит, да, уж это правда, я никогда не видел ничего подобного раньше. Ну, мне все еще нравится поддерживать это место. Но все еще нравится поддерживать это место или что-то. Охладите траханье! Вы имеете в виду, что все еще сотрудники позаботятся о том, даже после всех... Короче, то, что тут убирают, даже после всех этих лет. Да, я буду спешить, потом, чтобы вернуться. Чтобы сказать, когда... Побережье ясно, что... Что это такое? Дайте я на английском поиграю в это все. Охладите траханье. Мамока еще не вернулась. Я начинаю беспокоиться. Так, парк развлечений Святой Звезды. А-а-а! Получается, не... Как мы переводили? Не изранены шрамами, а святой. Ага, налево это значит Wonderland. Направо Star Chaser. Вперед Дом Веселья и назад выход. Мы, наверное, посью. Так, это приводит снаружи. Но Мамока... Нет, мне нужно найти ее. Ну, давай найдем нашу подруженцию. Парк! Он изменился. Мне нужно быть осторожной, это выглядит опасно. Я могу пораниться. Ну, давай, сохраним. Сохраним. Ага, все, два раза сохранились. Так, что теперь здесь есть? Блин, как... Я вот про это и говорю, что игра... Ага. Парк развлечений Святой Звезды. Ага, опять то же самое. Глаз тут светится. Вашу дивизию. А куда она пошла? Так, что тут есть? Это мусор... Этот мусорщик пуст. Короче, разговор про мусорный бак. Мусорный бак пуст. Мы можем купить здесь пончик. Давай купить. Пончик восстанавливает здоровье на 20 очков. Бублик на 50. Мега-бургер восстанавливает все. Газировка рассудок на 30 пунктов. Плитка шоколада восстанавливает здоровье. И... Санити рекавери... Ну, рассудок, короче.
слишком много, короче. А что тут? Ага, то же самое. Так, куда вот она пошла? Налево, направо? Ну, давай прямо пойдем. Логично, логично, что надо идти прямо. Вы можете взаимодействовать с вещами, используя ключ приема. Так, что у нас здесь есть? Камин. Здесь какие-то вот предметы. Не, ничего. Дрова. Как стрёмно-то. Не люблю вот эти вот такие игрушки. Зал зеркал заблокирован. Ты прям нашла, что там написано зал зеркал? Огромные часы. Какие огромные часы, дедушки? Ой, он как-то называется. На английском это не просто часы, а они как-то old... Ну, короче, да, мега-часы назовем. Я клянусь, я могу поместиться внутри него. Так. Момока? Момока? Кто это? Ага, все. Какой-то конь. Мы, соответственно, бежим. Ай-яй-яй-яй! Успели или не успели? Мне кажется, не успели. Мне кажется, не успели! Успели. Хо-хо! Успели. Вы всегда должны попытаться спрятаться от монстра, если это возможно. Но если монстр уже в том же районе, что и вы, то скрывание невозможно. Если вы попадаете на монстра, вы умираете. Но если ваш ХП и СА более 50%, вы можете столкнуться с монстром и ударить его, чтобы временно оглушить. Чтобы сбежать за счет 50 ЛС и 50 СА. Все понятно. Ну, пока у нас вообще он целенький, все. Мамока, алло, вставай, мать. Подождите-ка. А что случилось с Мамока? Я клянусь, она была здесь. Мамока. Так, Мамока, и что там делать? Сохранено автоматически. Давай зайдем сюда. Ничего нету. Наверх. Ой, я тебе говорю, я не очень люблю такие игры. Так, надпись. Из-за неисправности волшебное притяжение дракона было временно закрыто. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства. Ничего интересного. Нет, давай пока обсудим, что у нас здесь есть на втором этаже. Ага. Огромный гардероб, я клянусь, я могу поместиться внутри него. Ничего тут нету, кровать никак не реагирует на мои действия. Выходим. Странная живопись. Интересно, кем она была? Кто она была? Так. Ничего интересного. Игрушки. Блин, у меня даже сейчас по спине идет какой-то холод. Я всегда хотела, чтобы одним из моих игрушек был кролик. Когда я была ребенком, но мои родители всегда дарили мне только единороги и пони. Я ненавидела их. А с теми слишком большими бусинками глаза. Даже в наши дни я просто не могу привести себя... Что такое? Лошади. Как один из тех, кто преследует меня. Ага. Так, значит, сейчас идем наверх, я так понимаю, да? Так, поднимаемся еще выше, еще. Дверь. Господи, блин! Ссаный хрен. А я не помню, где этот находился. Где шкаф находился. Поэтому бежим прям в часы. Прям в часы я бегу. Угу, окей, я забежал в часы. Блин, ну там до лошади далеко, да. Пошел нахрен. Соответственно, он ушел, и мы сейчас, наверное, будем идти... Ну, в том же направлении, потому что надо доизучать, что здесь, в принципе, до конца есть. Он же там не будет, правильно? Ну, давай туда не будем заходить. Господи! Так, ты не напал? Господи, собака! Подожди, а он там был или его там не было? А ты бегать ты можешь, девка? Ой, ты бегать можешь! Подожди. Она может бегать. А! Она может бегать. Она бегает, кстати, на букву X, если кому интересно. Так, лошадь опять, значит, забежала к нам и убежала. Хорошо. Мы все равно туда же вернемся. Так. Благо, теперь мы знаем больше. А что там было? Там была какая-то женщина, да? Может быть, с ней нужно поговорить? Почему этот манекен такой огромный? И что волосы, ну, типа, очень реалистичные? Красиво большое зеркало, но в остальном неинтересное. Заперто. Красиво большое зеркало. Ага, ну, короче, то же самое.
Ладно, выбегаем. Давай ломанемся сюда. Тут что у нас? О! Что это такое? Странная бутылка. Кажется, в ней какая-то жидкость. Хочется выпить жидкость? Нет. Зачем? Огромный гардероб, я клянусь, я могу поместиться внутри него. Понятно. Так, ничего интересного, ни хрена себе ничего интересного. Здесь мало рукописей, вы хотите их прочесть? Да, конечно. Давай жалобы на зуд. 15 июня 1965 года мы получили большое количество жалоб на зуд. Кажется, что состояние его кожи ухудшается, даже его макияж не всегда скрывает все волдыри. Бедный ублюдок, я бы сошел с ума, если бы у меня была ужасно зудящая сыпь и волдыри по всему телу. Это ужасно, какое состояние кожи, должно быть это очень плохо. Вы хотите прочесть больше рукописей? Да. У меня забрали дочь. 12 августа 1969 года. Мой позор вечен. Я совершил глупость в пьяном виде. Это началось как шутка, но потом я причинил ей боль. Мало того, нас поймали. Моя дочь была взята под стражу. Еще один жестокий родитель. Напоминает мне о моих собственных родителях. Я не могу поверить, что я выросла, думая, что это было нормально, прежде чем меня забрали от них. То, что они делали. Я не видела их много лет, когда приемная семья больше не позволяла нам навещать меня, так как их посещения совсем не помогли моему выздоровлению. Это только ухудшило положение. Вы хотите прочитать больше рукописей? Да. Кто установил этот камин? 7 сентября 1964 года. Хорошо, а кто тот Джокер, который установил камин на первом этаже дома веселья? Изначально этого не было в чертежах, но кто-то их изменил. Меня не волнует, что он подходил и выглядит... не подходит и выглядит круто. Этого нельзя было делать без моей консультации. Если я поймаю того, кто виноват, будут последствия. Камин на первом этаже. Похоже, для кого-то было важно, чтобы его добавили вот так. Да, мы еще что-то прочтем. Безопасность прежде всего с драконами. 1 октября 1967 года. Напоминаем всем, что эффекты пиротехники от волшебного дракона реальны и опасны. Сундук с сокровищами — это часть опыта. Произошла какая-то неисправность. Предполагается, что он будет стрелять намного выше гостей, но в последнее время цель была установлена слишком низко. Это может быть опасно, поэтому аттракцион закрыт, пока он не будет исправлен. Что бы вы ни делали, не надо открывать сундук без предохранителя. Безопасность для волшебного дракона? Интересно, о чем это? Я так одинок. 3 августа 1962 года. Я так одинока. Каждый день, когда я хожу среди людей, меня никто не ценит. Мои коллеги не любят меня. Мои родители ненавидят меня. У меня нет друзей. Я хотел бы найти кого-нибудь, с кем можно было бы просто поговорить. Просто о спорте или погоде. Обо всем, что они захотят. Я не злой человек, но мне так одиноко. Это бедняк. Я его полностью понимаю. Я всегда была одна всю жизнь. Я всегда была непопулярна и никогда не имела друзей, кроме Момоко. Мой единственный друг. Момоко была тем, кем мои родители всегда хотели, чтобы я была. Популярной и красивой. Идеально маленькая принцесса. Вы хотите прочитать больше рукописей? Да, там последняя осталась. Красивое большое зеркало, но в остальном неинтересное. А все? Так, значит, мы сейчас возвращаемся обратно. А что это такое? Что это чертовски? Какая-то паутина? Так, наверное, нам сейчас явно на выход. То есть тут мы делать больше ничего не будем, да? Просто валим на улицу. Так, значит, мы посмотрели весь дом. Весь дом. Ничего толком не обнаружили, если честно. Давайте сейчас повалим... О, господи. О, бублик был найден. Слушай, у нас по ХП вроде все ништяк. А вот непосредственно... что лежит? Я все прощелкиваю. Господи, как стрёмно, как стрёмно. Что тут? Большая часть еды гнилая, но она выглядит в хорошем состоянии. О! А, мы нашли типа 1000. 1000 денег. Хорошо. Тут что у нас? Какие-то волки. Это явно карусельки. Слушай, с детства не любил карусели. Я всегда считал, что это какая-то стрёмная херня. Эй! Кажется, есть ключ в контрольной комнате. Я должен взять его с собой. Взял ключ от зеркального зала. Что это такое?
Ой-ой-ой! А! Сука! Слушай, прикинь, и мы прям сразу попали. А, мы сейчас в зеркало. Мы в зеркало! Мы в зеркало! Не в зеркало, точнее, а вот сюда. Блин, ты прикинь. Пошел нахрен! Да ладно, а куда бежать? Ты не помнишь? И я не помню, что самое главное. Так. И ты опять меня найдешь? Санина какая. Так, значит, нам бы сейчас... Бублик, он останавливает здоровье на 50. А как съесть-то его? А, все. Значит, мы съели бублик. Но этого достаточно маловато. Нам бы теперь еще восстановить... вот СА, да? Потому что сейчас 30, нам бы его сделать хотя бы... Хотя бы... Купить. Санити рекавери, да? Плюс 30 единиц. Да, давай берем... Заходим в пункт, пьем сразу газировку, ага. Так, это помогает нам выдержать еще одну такую встречу с таким ублюдком. Ну, это трындец, конечно, был. Значит, сейчас мы заходим в комнату. Кто ты? Нет, ты видел? Ты видел? Мне кажется, это не просто комната. Как страшно-то. Ключ от комнаты манекена была найдена. Ага. Я понимаю. Ого. А что это, она просто вырвалась и все? Санина! Так. Ну, значит, мы опять выходим на улицу, мы опять подбираем... Ну, что-то надо купить. А если бы мы так не сделали... Нет, с этим у нас все хорошо. Вот нам газировка нужна одна. Давай сразу. Ага. 75-65. Все. Я, правда, не знаю, где нам может еще пригодиться что-то такое. Комната манекена. Она где была? На по прямой? Вот здесь была или нет? Нет. И не, по-моему, и не здесь, кстати, мне кажется. Угу. Так, значит, сейчас поднимаемся на верхний этаж. И по прямой. Нет, это не комната манекена. Комната манекена здесь была. Блин, как страшно. Так, смотрите, мы применили какой-то ключ манекена и, соответственно, заходим наверх. Ну, тут так-то тоже, если честно, стрёмненько. Зашли. Сохранено автоматически. Так, что-то мы читали про двух драконов, помните? Что ты? Угу. Читали про то, что нельзя трогать вон ту вон коробку, потому что она... точнее, не она, а как-то работает неправильно дракон сам. Ну-ка. Так, дракон не реагирует. Значит, можем поставить как... Ну, слушай, наверное, вот так. Ну, как бы они... Чтобы они смотрели в одну и ту же сторону. Логично. Спички были... Так, не убьешь? Спички были найдены. А нахрена... Нам в камин спички нужны. Господи, как страшно. Нам нужны спички в камин. Господи. Ой, только, слава богу, что не ожило. Как ник. Я был уверен, что она сейчас оживет. И будет какая-то жопа. Значит, на первом этаже есть камин. Только я не помню, здесь что ли? Да. Камин-то был здесь. Ага. Мы открыли подвал с помощью спички. Спускаемся вниз. Не видит ничего интересного. Ночью они приходят, не будучи приемами. Для меня они потеряны без украденного. Что они? Ночью они приходят, не будучи приемами. Для меня они потеряны без украденного. Что они? Ключи оператора какие-то были найдены.
Ночью они приходят, не будучи приемами. Как это по-английски перевести? Вот. Ну, тут, наверное, сейчас... Ночью они приходят, не будучи при... Ага. То есть, это какое-то слово, да? Это какое-то слово. Я слушаю звук. Мне кажется, звуки-то одинаковые везде. Давай еще разочек. То есть, это загадка. Ночью они приходят, не будучи приемами. Для меня они потеряны без украденного. Слушай, ну... Как игра называется? Scared Stars? Scared. Блядь. С. С. Керит. Ске. Р. Сейчас я уточню просто, как пишется Scared. РР. Вон вижу Е. Керед с Тарс. Ага, еще крестовинка работает. Чтобы совсем не ошибиться. Старс. Все логично. Как называется игра, такой и пароль. Заходим. Ого. Это же журнал. Давайте, говорит, как посмотрим его. Это мой третий день в заперти. Я умру. Но прежде чем я умру, мне нужно рассказать вам историю. Историю того, что случилось. Я Мисори Хан, я владелец этого парка развлечений. Все началось несколько лет назад. Мать пришла сказать, что ее ребенок отсутствует, эти вещи случаются. Поэтому мы прошли все обычные протоколы, но эта девушка не была найдена. И она не ответила ни на одного из объявлений. Полиция была... Ну, вызвана полиция. Никто не нашел ее. Прошло несколько месяцев. Весь лист расследований сделали все. Думаю, что девушка просто убегала от ее родителей. Однажды, когда я делал свои обычные проверки, я чувствовал что холодно. Решил зажечь камин комнаты, что и был в... К моему удивлению, секретный проход был раскрыт. Был скрытый механизм. Кто-то построил это без консультаций. Ибо у меня или у кого-либо. Внутри прихожей сломанных и сбитых стен. Внутри прихожей, да. Он всегда был странным человеком. Что-то о нем всегда беспокоило меня. Но то, что он сделал, эта маленькая девочка была немой. Она не могла позвонить за помощью в течение нескольких месяцев. Нет, я прошу прощения, это слишком ужасно. То, что у него было сделано ей, я даже не могу принести себе, чтобы написать их. Зуд был приговорен к смерти, его повесили. Девушка никогда... не полностью была восстановлена. Она взяла свою жизнь. Господи, пресса обвинила меня. Мой парк был закрыт. Все мои друзья оставили меня. Стигма была слишком тяжелая. Я больше не мог подать заявку на мой новый парк, чтобы... Это было, когда я услышал пение из парка. Следовал за голосом. Он просил из этого бога яма. И там я нашел ее. Немая маленькая девочка. Но она больше не была немой. Она больше не была человеком. Я убежал только, чтобы увидеть фигуру моего оскорбительного отца. Я всегда боялся его, так как я был ребенком. Но теперь он был чудовищным. Высоким, истощенным и с длинными волосами пальцами, которые подталкивали и чувствовали меня. Жег меня, где бы я ни коснулся. У меня не было выбора, кроме как бежать здесь. Именно тогда я понял, что это было вызвано девушкой. Внезапно вход был запечатан. Мне некуда идти. Воздух становится тоньше. Это было трудно дышать. Вы должны остановить ее. Поставить этот мстительный дух отдыхать. Старчейзер — это ключ к ее власти. Извините за все, у меня не было частично в том, что случилось. Пожалуйста, скажите мою дочь, что я люблю ее. Так! Сломанным переводом. Давайте еще раз. Про что был разговор? А разговор был про то, что кто-то сделал в парке аттракционов вот этот камин. Девочка пропала. Потом ее как-то... Ее пытались находить, но не нашли совсем от слова. Ага, ну то есть мы сейчас выходим. И у нас есть какой-то ключ. Так, ну валим. Вот, и соответственно... Немножко... О, господи, блин! Подожди. Он ссаный. Иди сюда. И чё? Блин, а я хочу туда зайти в конях. И вот что мне с тобой делать? Ну, ты там встал. Ага. Ты меня видишь? Давай за мной. Ага. Я его плохо вижу, если честно. Ага. Все. И теперь мы, короче, прям рвемся. А рвемся мы... Ой, за... Сломал! Ты видел? Господи, как страшно-то. Сюда? Господи, не сюда, по-моему. По-моему, не сюда!
Зараза. Фу, слушай, по-моему, увернулись. Теперь бежим в эту дверь. Фу. Слушай, если он меня найдет, короче, будет вообще плохо. Так. Сыкотно. Давай выходим. Сейчас мы выходим. И нам нужно, наверное, подлечиться, потому что... Слушай, денег-то у нас нормально, кстати. Мега-бургер. Хит восстанавливает все. Но... Вот, наверное, плитка шоколада для меня гораздо сейчас актуальнее. Я бы даже, наверное, взял бы две штучки. Соответственно, сразу по максимуму заюзали и повернули направо. Что здесь нас ожидает? Да черт его знает, если честно. Купите одну из наших забавных мини-русалок или сфотографируйте с одним из наших талисманов-русалок. Фонтан залит кровью. Ничего интересного. Типа русалки вообще не прикольные? Так, просматриваем все. Ага, все, зажали вообще. Выходим. Так, кальмар. Какая страшная мудня. Мусорный бак, еще один. На это, говорит, мусорщик пуст. Давай направо. Господи, тут кто? Ты кого-то видишь? Что здесь происходит? Он с какой-то... А кто преследует у нас? Нет, ты видишь кого-нибудь? Давай выбежим. А я никого не увидел, кстати. Или это хорошо, что я никого не увидел? Я не понимаю. Ну, наверное, на этом моменте... Так, а если пробежим? А пробежали. А кто там был? Нет, никого не было. А слушай, а оно ничего не трогает? Тьфу, говорит, лошади. Я ненавижу лошадей с теми... с бусинами глазами. Я не понимаю. Так, тут что находится? Что это, типа, блин? Смерть, единственный выход. Так, я не знаю. Ну давай, типа, выбежим. А куда нам бежать-то, алло? А, вон какой-то хер вылез, ты видел? Ну давай, типа, заныкаемся вот там же, где мы ныкались. Это тот... Да, вот это клубника, не клубника. Соответственно, все. Мы от него сбежали. Слушай, по-моему, мы двигались очень даже правильно. Давайте возвращаться. Клубника пережеванная. Где-то игра подвисла, я так думаю. О, газировка. Слушай, вот это хорошо. И мы возвращаемся в то место, вот обратно сюда. И поднимаемся наверх. Наверх, я имею в виду вот сюда. Потому что у нас ключик есть, по-моему, от этой штуки. Господи! Зачем оно нам надо? Ну, давай попробуем. Так много крови. Я не видел эту ну, типа, кровь с... Мой первый период. Мой первый раз. Это там кровь была везде. Кровь на моей пижаме. Кровь на моих простынях. Кровь на мне. Кровь в меня! Я плакала, я так плакала. Я думала, что я умру. Я думаю, что этот момент действительно повлиял на меня. Я была слишком поражена, чтобы рассказать об этом кому-нибудь. Ну, даже не стала говорить Момоко. Кровь. Так много крови. Так же, как это существо с множеством глаз. Существо, кровь. Не хочу тут находиться, но явно нам нужно садиться сюда и ехать. Тут особенно без вариантов, если честно.
Как стрёмненько-то. Так, и куда-то мы сейчас едем. Я... пока ни на что не могу повлиять. То есть мы должны просто куда-то... Что это? А где ХП? Господи. Так, пока мы просто куда-то бежим. Но я никого не... Ну, это просто, короче, мы просто... просто во тьме, и все, не более. Ага. Кто ты? Что происходит? Я просто щемлюсь вправо. Ну, логика, да, она должна быть. Может быть, вправо мы где-то ее увидим. То есть я вот вниз, вправо. Вверх, вправо. Господи, какая страшная рожа. Я ищу что-то. Ну, я понимаю, я девочку. Вот, девочку ищу. Подожди, ты тут... Ты тут, чтобы отключить маленькую девочку? У нее вопрос. Вы знаете мою историю? Мою боль? Ну да, мы знаем. Я прочитала об этом, мне очень жаль. Это должно быть было ужасно для вас. Я не была первой. Как? Вы слышите звук тех, которые были обижены? Я слышу. Боже мой. Я не была первой. Я был в пос... Ну, типа, я не была первой, но я была... Я была последней. Я наказываю злых людей, которые это сделали. Мамока. Мамока была не злой. Говорит, я, говорит, и не, я, говорит, и не убивал ее. Что? Но тело. Я видел ее тело. А что же ты такое говоришь? Спроси у нее. Че, Мамоку теперь ищем? Мамока! Как тут можно не бояться таких игр, а? Мамока! О, Мамока. Господи, бля. Мамока! Асука! Ты не должна была умереть! Ай, Мамока, Асука! Ты не должна была умереть! Спеши, пойдем со мной! Ты большая манекена. Или возьми нож и беги в меня. Это что за бред? Что? Как ты? Ты подделала свою собственную смерть? Ждать? И как ты, типа, ждала лошадь монстра? Конечно нет. Давай, убей меня. Боже, ты так хромаешь? Типа, ты мне никогда не нравилась. Я только делала вид, что мы друзья. Но зачем? Зачем? Зачем я это делала? Зачем убивать? Чтобы убить тебя? А зачем убивать меня? Чтобы перестать быть скучными? Ты же знаешь, о чем я говорю. Что? Что происходит? Ты помнишь, как это случилось? Аска? Аска! Аска! Подождите. Я помню. Мамока. Мамока. Мы никогда даже не были в парке, потому что ты меня... Идеальная принцесса, которую всегда хотели мои родители. Мамока. Ты всегда была частью меня. И это доставило меня в эту беду. Даже когда мы были детьми. Даже когда... Когда... Когда мы в первый раз убили человека. Это была не я, это была ты. Но если я это ты, то кто убил того человека? Это сделала я. Мамока. Тогда, получается, это ты привела меня в ловушку? Типа, ну, мы же сбежали из нашего приемного дома. И нам нужно было другое место, чтобы спрятаться. Типа, странно, что ты забываешь такие вещи. Мы собирались просто спрятаться здесь на некоторое время, чтобы очистить свою голову. После этого мы пришли бы в норму. Но я понятия не имел, что бы произошло. Господи, как это быстро перевести-то нормально. Нормально.
Да, типа, все вокруг станет нормально. Это же дух. Нет, я имел в виду это. Я возвращаюсь в приемный дом, я покидаю тебя, Мамока. Ну, типа, странно, что, ты все равно даже никогда не была настоящей. Я собираюсь обратиться за помощью, я собираюсь вылечиться. Типа, я закончила обвинять вас, вместо того, чтобы обвинить себя в ужасных вещах, которые я и сделала. Вы судите злых существ, я думаю, я тоже зло. Ты собираешься убить меня? Или я могу найти счастье? Господи, как это все плохо. Вы злые и жестокие, также виновны и добры. Это головоломка даже для меня. Если я убью тебя прямо сейчас, я тоже стану злой? Итак, я позволю тебе... Я позволю тебе выбрать. Что ты выберешь, наказание или спасение? Я не прошу прощения, независимо от того, что я сделала в прошлом. Я просто хочу, чтобы у меня был шанс все сделать правильно. Тогда вам дана жизнь. Можете выйти из парка. Пусть вы живете... проживите эту жизнь без сожалений. И тут написано, что 1960 год, открыт парк, вот этот вот Saint, Святой парк Амусмент, хер его знает. Фостер Хом. Ну и получается, здесь история связана с тем, что эта девочка, получается, убила малютку. Медикейшн. Типа в 85-м году Асуку прекратила лечение. Жуть какая! Жутька! Scared Stars! Ну что, у меня потные рученьки. Это было достаточно страшно. Конечно, вообще ломанный перевод. Но я думаю, что мы поняли, в чем, в общем-то, была суть. Спасибо за то, что ты был вместе со мной. Меня зовут Алексей, ты на канале Фролов Может Все. Сегодня мы прошли игру. Ставь лайк, подписывайся на канал, комментируй. Сделай репост, расскажи друзьям. Обязательно заходи в группу ВКонтакте. Там очень много всего интересного, веселого и прикольного. Так, новое видео. Ой, тут можно прогнать. Может быть, будет какой-то еще кат-сцена в конце. Новое видео выйдет совсем скоро. Да? Да. Специально спасибо, мам, пап. Говорит, и тебе. И тебе спасибо. Новое видео выйдет совсем скоро. И знай, мне с тобой было хорошо.